Ну что? Давай красить будем? Что будем красить? Ну давай рисуй цветочек. Цветочек каким цветом будешь рисовать? Желтым? Желтым? Цветочки черные не бывают. Не бывают? Ты чё? Где ты цветочки черные-то видела? Они же всякие разные. Синенькие, голубенькие, розовенькие, желтенькие. Ты чё, Поля? Ну давай, давай, рисуй. Что это, цветочек? Рыбка. Рыбка это? Да не болтай, какая это рыбка? Не знаю, что ты нарисовала. Это рыбка. Рыбка такая? Да. Ну, черная рыбка. Глаз какой-то это от рыбки. Это какая рыбка? Вот мне... Это что у нее? Хвост, что ли, у рыбки? Или крылья, или птичку рисуешь с крылышками. Птичка. Ну какая-то каляка-маляка у тебя получилась. Ну давай какой-нибудь другой цвет рисуй. Да, эту давай стряхивай водичку. И какой-нибудь другой цвет. Более яркий. Синий. Давай, синий, давай. Каляка, маляка. Ну давай. Синее что бывает? Синим бывает что? Маляка. Небо. Небо, наверное, синим бывает. Да. Нарисуй небо. Вот здесь вот наверху небо нарисуй. Облака нарисуй. Тучки. Вот небо. Теперь раскрась это все. Поширкой туда-сюда, туда-сюда. Да-да. Все, что ли? Ну, еще раскрась. Плохо раскрасила. Ну, мой. А солнышко будешь на небе рисовать? Да. Ну, давай на небе солнышко нарисуй. Желтенькое солнышко. Вот желтенький. Вот. Это же зеленый. Зеленым травка бывает. Деревья, да? Да. Я буду деревья. Давай, деревья нарисуй. Елочку, наверное, да, нарисуешь? Зелененькую. Так, стебель нарисованный, теперь веточки. Еще краску намокай. Краску, кисточку намокай еще в краске. Не-не-не, в краску. Вот сюда еще помажь ее. Помажь. И еще рисую елочку, веточки. Но. Еще веточки. Две веточки мало. Там же много на них веточек. Ну, красота, да? Еще. И теперь с другой стороны. С другой стороны ствола. Да, еще краску намокай. Да там не видно. Нет. Вот здесь, да. В краску намокай кисточку. Вот. И с другой стороны веточки. Листочек придерживай. Угу. Так, еще краску намокай и нарисуй травку. Травка рисуется как небо. Как небо вот так внизу вот здесь. Так, начиркай вот здесь травку вот так. Тук-тук-тук-тук. Придерживаю листочек.
И травку рисую вверх. Да, вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Ну, мимо там уже. Давай еще раз проведи линию, чтобы травка была похожа. Ой. Чиркнула? Да. Потом вытрем. Вон какая травка. Но ну, помой, помой. Солнышко-то будем рисовать теперь? Да. Давай, солнышко. Желтое. Вот желтое. А я думаю... Я солнышко нарисую где-нибудь. Вот здесь вот. Убирай. Так ты не дорисовала еще картину свою? Убирай. Нет, нет, давай я тогда солнышко дорисую. Убирай. Вот здесь. Убирай. Все, что ли? Да. Ну, какая картина получилась у нас. Красота. А где другой листочек у тебя? На тебе второй листочек. Солнышко! Давай, солнышко, нарисуй вот здесь в уголке. Пусти. Ну или в том уголке, где хочешь. Ха-ха. Ну, давай. Не видно? Да. Я? Да. Листочек держи, а я помогу тебе. Солнышко нарисуем. И лучики. Красивые? Большие лучики а нарисуем. А ножки? Глазки? Но это уже другой краской надо рисовать. А где ножки? Ножки? У солнышка же нету ножек. А у меня ушки и ножки. Нужно, чтобы оно подсохло. Давай я елочку нарисую. Ты Нет. будешь? Травку? Нет. А чё? Надо, чтобы оно подсохло. Ну, давай, давай, глазки. Тихо, тихо, тихо. Вот. А ротик? Носик и ротик, да, еще? Носик и ротик. Носик. И улыбочку вот такую. И улыбочку, солнышко. Так? Да. Ну, а теперь что нарисуем? Ты что будешь рисовать? Медведя. Кого? Медведя. Медведя? Да. А ты сможешь? Вот, коричневым, да? Да. Мишку косолапого, да, нарисуем? Да. То у него голова, да? Да. Голова такая. Вот так. Да, держи, держи листочек. Туловище. Туловище? Что это? Туловище. Это лапа? Это туловище. Это лапа. Туловище. Это...